да. Вчера было солнечно, а сейчас это метель. Как это произошло? Подождите-ка, это произошло из-за твоего торта. Не правда ли, Поберушка? Не называй меня Поберушкой! Покойся! Чего такого в назывании тебя Поберушкой, Поберушка? О, теперь тебе хочется шлепательной драки, не так ли, Поберушка? Так я тоже могу давать леща! Она заслужила этого! Это был ее торт! Время для торта на удачу, для вишенок. Торт на удачу! Сейчас у вас только 8, а скоро будет 7. Окей, у нас всего 14 голосов. Короче, я хотел сделать торт из мороженого, но я забыл мороженое, так что я сделал кусок льда опять. Нет! ОМФК! Ты преувеличиваешь. Шутка. У меня есть торт из мороженого. Если вы не получите торта, вы покидаете БЗ Остров Мечты. Кнопка «У тебя есть победный жетон». Хочешь ли ты его использовать сейчас? Нет, я же ничего такого грубого. Да-да, мы знаем. Пузырёк 0 голосов. Опять. Ил, противно. Это игла. ОМГ, тебе они не нравятся? Я люблю поберушек. Не шлепай меня, я сказала, игла. Теперь я назову тех, у кого 0 голосов. Ручка, карандаш и огонек. Эй, нечестно. Эй, где мой торт? Оу, да, я забыл. Тебе не поздоровится, говорящая штуковина диктатор. Игла, что ты тут делаешь? Ты на другой команде. А, серьезно? Вы все 4, по крайней мере, имеете 1 голос. Спичка и ластик. У вас обоих 1 голос за перо. Я имел в виду, у вас обоих 1 голос. Спасибо. Дощечка. Исключен с 9 голосами. Прости, дощечка, ты ничего никогда мне ни за что не получил ничего из ничего. Давайте запустим его в КМЛ. Подождите-ка, ты всегда говоришь «в» КМЛ. Это что, объект? Ты имеешь в виду камеру маленьких лузеров? На. Ну, конечно же, это объект. Ой-ой, оно закрывается. А, почему мы получаем только 5 минут солнечного света в день? Подвинься, блоки. В пятом испытании вам нужно пересечь мостик. Команда, у которой больше всего участников пересекли мост, побеждает. Самый первый, кто пересечет мост, получает победный жетон. И вперед. Я не знаю, как ты, игла. Этот мост не выглядит таким уж крепким. Я не вижу дна этой пропасти. Вперед, пузырек! Да, Сэши, ты не поверишь. Но он даже не попробовал мой торт. Ты знаешь, как это грубо? Я вот просто не понимаю. Подожди-ка, монетик. У меня есть незавершенные дела. ФДГ, сейчас ты заплатишь. О нет, Пузырек, я поймаю тебя. Я же в союзе, мы должны держаться вместе. Отлично, как мы будем пересекать без моста? Здесь есть другой. Динка, ты все еще хочешь мести? Как насчет того, что я помогу тебе пересечь мост? Игле тоже. Давайте пойдем вместе. Поймаешь? Вот это уж точно было не востребовано. Ты тоже туда хочешь? Нет, Джишар, пожалуйста, успокойся. Достаточно.
Постойте-ка, эти глупые палки прямо на пути. Серьезно, ручка, видишь где-нибудь третий мост? Нет, но старый мост все еще имеет свои канатные дуги. Мы можем прокарабкаться по ним. Я этого точно делать не буду. Но не хочешь ли ты выиграть остров Мисты? Я-то хочу. Когда я выиграю, рядом будет табличка, гласящая «Остров Ручки». Без пробелов. Все буквы заглавные. Так давай же сделаем это. Снежный шар, ты же не бросишь меня вниз? Нет, монетик, ты же мой друг. А как насчет капли? Ну, до того, пока она не назовет меня по-дурному. Саше, она же не может разговаривать. Окей, ручка, ты идешь первым. Секундочку, это же просто черные пластиковые палочки, прикрепленные друг к другу. Стоп, что? Стоять, стоять! Поскольку никто из вас не пересек мост, и у вас больше нет возможности сделать это, то тогда это 0 к 0. Так что нам нужен тайбрейк. Команда, которая разорвет свой тай, быстрее выигрывает. Поняли, тайбрейк. Клюки виноградики выиграли, так что кто-то из вишенок отправится домой. Вот 7 вишенок, за которых вы можете голосовать. Давайте же. Голосуйте. Эй, где мяч для гольфа? Я думала, то, что она упала тоже. Спичка, мячи для гольфа тонут. Так же и камни.